написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливее жил. Выучи французский язык, научись играть на трубе и живи на полную каждый миг. Так бы я писал самому себе. Знай, что все тебе по плечу, верь в свою звезду и лети, уломай отца, что сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы написал ему, что Господь, я бы написал ему, что любовь — это не... Я бы написал ему, что любовь — это не тиски и не кабала. Я бы рассказал ему, что Господь — это не кресты и не купола. Я бы объяснил ему все про роль, ту, что так хотел, но не смог сыграть. А если было можно и бандероль, я всего Акунина смог послать. Скоро ты поедешь на юг, вот тебе хороший совет. Скоро ты поедешь на юг, вот тебе хороший совет. Не спеши, дружок, заводить семью, ждет тебя любовь через много лет. А хочешь, вышлю песню, письмо, ту, что все побило хиты. Спой ее в своем 78-м, ведь в конце концов ее автор ты. Я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так придумал Бог, что в прошлом нельзя написать письмо. Ла-ба-да-па, 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 ла-ба-да-па.